ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Вообще, когда мы открывали фримаркет, мы подразумевали, что это благотворительная площадка не только для обмена вещами и книгами, но еще и будет определенная наполняемость различных мероприятий, в том числе и экологической направленности. Цветы не только являются украшением, да, наших квартир, но еще и создают определенную экологию, внутреннюю экологию помещений. И мы решили провести вот такой городской цветочный обмен. Есть такое понятие, как swap, от английского swap, именно обмен, когда что-то приносишь и забираешь взамен. Вот мы решили провести такой обмен цветами, комнатными цветами. Причем наших жителей мы призываем приносить не пальмы, да, в огромных катках, а небольшие ростки. Во-первых, чтобы их уместить на том столе, который у нас будет выставлен на нашей благотворительной площадке. Ну и для того, чтобы было удобно принести и унести. Некоторые жители уже спрашивают, задают вопрос по поводу того, что если мы, например, не сможем принести какие-то растения, сможем ли мы безвозмездно забрать? Да. То есть по мере того, как будут цветы приноситься, не обязательно будет, во-первых, если ты принес, обязательно должен унести. И наоборот, если ты ничего не принес, то ты точно так же имеешь право взять любой цветок, который тебе понравится. Ну и всех жителей мы приглашаем в субботу во время работы фримаркета с 11 до 15.00 присоединиться, прийти, принести цветы и забрать те цветы, которые принесут наши жители.